будет прихожина малюнку выглядать? Кошка ти апельсины с лимоном? Доброго ранку усім глядачам добраранка. Салют, Кася. Привітання, сябры. Берет, шалик. Кася, ты сегодня выглядаешь як мастак. Ну, правильно. И я думаю, какую еще картину акварельными фарбами написать для добраранковской выставы. Добраранковской выставы? А коли я твой портрет, Лесик, напишу, а после твой, Даша? Не-не-не, только не мой, я стоять и позировать не хочу. И я не хочу долгий час не ворушиться, у меня терпливости не охопить. А лишь это для справы, можно и потерпеть, бо нам просто необходимо выставу сегодня наладить. Я уже 5 малюнков акварельными фарбами намалявала, необходимо еще 5. А на восто стольки? Ну, коп свято отзначить. Сегодня ж международный день акварели. Вось я на что. А, я не ведал. Кася, коли хочешь, мы тебе допоможем. Ой, ну нареште, одразу б так. Так, почнем из тебе, Лесик. Треба выбрать самую лепшую позу и самый пригожий фон для твоего портрета. Да я не про портреты. Я пропоную знайти цікавую інформацію про акварельные фарби. Думаю, нашим глядачам гэта будзе і цікаво, і карисно. Вось, что ты ведаешь про акварель? Я, ну, ведаю, что акварельными фарбами малюють, намочваючи их спочатку чистой водой. Правильно. А ведаешь, что, каб набрать фарбу на пензель, треба легко погладить колер ворсом пензлика, як мы гладим кошечку. Ого, я не ведала. А что необходимо контролировать колькость воды на листе паперы, ведаешь? А, это коли малявать на мокрой паперы. Але наво что воду контролировать? Кася, от маленьких лужин воды папера может порваться, сапсоваться. И коли на паперы утворилась лужина, ее можно убрать сухим пензликом чи сурветкой. Важно так само зауважить, что воды на пензлику не хапает. Ой, и откуль вы все это ведаете? У школы на уроках малявання проходили. А вот где ты была у гэтые часы? У своих марах, видать, прыгожие картины малявала. Да ну тебе, Лесик, не смейся. Каб не я, вы бы не вспомнили, что сегодня международный день акварели. Малайчина, Кася, никто и не спрачается. Вядома малайчина. А давайте, девчонки, вы с глядачами мультфильм поглядите, а я еще цікавую информацию про акварель пошукаю. Ну, добро, давай. Сябры, сегодня у международный день акварели мы вырашили больше подробязно погутарить про гэты вид фарбов. У перакладе с французской мовы акварель означает водянистая. А это значит, что фарба растворяется в воде и отрымливаются легкие и полупрозрыстые картины. Акварель – одна из самых старожитных фарбов. И она ведома с другого века нашей эры. А где у першиню з'явилась акварель? У Китая. Одразу после вынаходства паперы. А праз некоторый час фарба стала популярной и у Японии. Я читала, что акварелью малявали не только на паперы, а еще на шелку и на древе. Так, Даша. Тому ее малюют и по сухому, и по мокрому, и у смешанных техниках. А какая картина акварельными фарбами лечится самой ведомой? Это картина «Заяц», якую написал мастак эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер. Ой, який симпатичный у его заяц отрымался. Выглядает, как живый. Лесик, а я одной ночью в храме бачила назву «Мядовые акварельные фарбы». Мядовые? У их склад что, саправды мед уваходить? Правильно. И дякуючи меду, фарбы становятся мягкими и застаются у жидким стане долгий час. А правда, что акварельные картины выставляются для прогляду только при слабом осветлении? Правда, Кася. Необходимо сочить, как на творы мастаков не трапляли прямые солнечные промни. Ой, и я буду сочить, как мои акварельные картины от сонейка не выгорали. Дякую за корыстную информацию. А зараз давайте сделаем мультипликационный перепынок от серьезной размовы про акварель. Згодны, гляди мультфильм, сябры. А коли мне как
кактус поспробовать намалявать. Як думаете, акварелью колючки отрымается? Вядома, Кася. Вось глядите, какие кактусы малявали акварелью. Усё! Вырашено, поспробую для добраранковской выставы намалявать нашего кактусевича. До речи, до темы малявання. Плоды кактуса опунции мексиканцы выкарыстовывают и для вырабу фарбов. У Мексицы кактусы вельми поважают. Навод на сучасном гербе краины орол со змеёй сядзяць на квітнеючым кактусе. А я читала, что некоторые виды кактусов у ежи уживают. Не может быть такого! Яны ж колючие! А у Мексицы, Кася, кактусы и тушат с мясом, и кладут у суп. Главное – правильно зрезать колючки. Приготованный кактус нечем нагадывает тушеный перец. А листья некоторых кактусов по смаку, як шчауя чи салата, сочная, с невеликой кислинкой. Ну и ну! Плоды опунции у Мексицы называют тунами. Унутры яны мягкие, крыхужилистые, с черными семечками. Коли будем у Мексицы, обовязково поспытаем стравы с кактусов. Цікаво, что еще Христофор Колумб описывал у своих успоминах, як аборигены ели, як ему подалось, дыню. А на самой справе яны ели кактус? Менавіта так. А яшчэ кактусы здаўна выкарыстоўвалі і ў медыцыне. Некаторыя абарыгены паўднёвай Амерыкі ў якасці медыцынскіх іголак карысталіся калючкамі кактусаў, а сока іх рабілі абязбольваючыя настоі. Значыць, радзімай кактусаў лічыцца паўднёвая Амерыка? Правільна, але паступова яны распаўсюдзіліся па ўсім заходнім паўшар'і, трапілі ў Азію і Афрыку. А какие кактусы самые великие? Это гигантские калифорнийские цереусы, вышиня яких может досягать 25 метров. У стяблини одного такого кактуса находится до 2 тонн питной воды. Ай, неверогодно! А самый маленький кактус який? Блосфельдия. Ён названы так у гонар нямецкага ботаніка Гары Блосфельда, які першым адкрыў гэты мініяцюрны кактус. А дзе ён расце? Гэты кактус можна сустрэць у Балівіі, паўднёвай Аргенціне, на схілах Анд. Дыяметр такога кактуса ад 1 до 3 сантыметраў. І ў яго няма калючак? Няма. А кветочки вырастаюць на макушцы і трымаюцца 205 дзён. Яны таксама невялікія. До 1 сантиметра у диаметры. Симпатичный малеча. Ага, хотела б я, каб у нашем добраранку рос таки. А усяго разумник кактусов на планете кольки видов? Уявите, каля 2000. Ну и ну, не магчыма такое уявить. Однако гэта так. А яшчэ вучоныя доказалі, што калючкі кактусаў робяць наша паветра больш чыстым. І гэта цудоўна. Так, усё, я канчаткова вырашыла. Буду калекцыяніраваць кактусы. Даша, ты са мной? С табой. І мне ваша ідэя падабаецца. Як-небудзь мы з вамі яшчэ і ў віртуальнае падарожжа ў кактусавы сад пад адкрытым небам у Монте-Карло адправімся. Там столькі кактусаў, вочы разбягуцца. А давайте зараз у гэты сад злятаем. Раз, і мы там, а? Не, Кася, зараз час яшчэ адзін мультфільм гледачам паказваць. Ну, добра, глядзім. Мне принцессу ти королевну намалявать, а? А ты все думаешь над акварельной выставой у добраранку? Вядома, коли почал справу, довяди ее до завершения. Я допомогу тебе, Кася, малявать. А може и наших глядачов попросить? Правильно. Сябры, вы так само малюнки акварельными фарбами зробите и нам дошлите. Адресы добраранка памятаете? Поштовы 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Телектронный. Добраранок ТВ, slimak@gmail.com. И отрымается у нас великая акварельная выстава. Здорово!
але час развітвацца. Няхай дзень сённяшні будзе цікавым і насычаным. А яшчэ сонечным і вясёлым. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку у нашым дабраранку. Усім у патрэбны час прачнуцца і ў дабраранку апынуцца. Во, у рыфму сказала.